Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня мы наконец-таки узнаем, кто выиграет лампу от мини-фермера Multispectrum 50 сантиметров на 30 ватт. Я буду сейчас использовать программу, которая, собственно, и выберет нам победителя. Итак, у меня уже все готово для розыгрыша, все ссылочки повставляла, осталось только нажать на кнопочку. Мне повезет и выиграет, собственно, победителя. Кстати, в этот раз участников было не так уж много, вот, поэтому победить может каждый. Так, идет уже выбор. Ура! И у нас Елена С. Ссылочка есть с контакта, Ростов-на-Дону. Так, и мы сейчас с вами проверим, соблюдены ли все условия. Так, я вижу каналы, мы с вами нажимаем, собственно, на каналы. Вот, Верочка есть, это одно было из условий, чтобы подписались на Веру Кулик. Так, и теперь нужно найти Ирину Давтян. Канал, собственно, на котором проходил розыгрыш. Так, очень много тут каналов. Ищу себя. Так, хоть бы не пропустить. Но я больше чем уверена, что этот пункт тоже выполнен, потому что Верочка есть. Я думаю, что я тоже есть. По-моему, я себя пропустила. Давайте еще раз пролистаем. Я очень волнуюсь. Возможно, что я просто проскочила. Так. Потому что Вера есть, я думаю, что я тоже 100% есть. Так, Вера. Так, а я и не нашла себя. Так. Давайте еще раз. Я не знаю, как можно здесь среди подписок, может быть, как-то выбрать. Но просто не могу найти себя. Но я почему-то больше чем уверена, что подписка есть. И я уже говорила в одном из своих видео, что сейчас на YouTube идет какая-то непонятная вообще ситуация, потому что мне не приходят уведомления. Многие жалуются, что они на меня точно подписаны, но уведомления не приходят. И когда они уже сами находят мой канал, оказывается, что подписки нет. Но все условия соблюдены. А, вот, все, я себя нашла. Ура. Так, победитель, получается, у нас выбран. Сейчас я перейду по ссылочке и напишу победительнице, что она выиграла чудесную лампу от мини-фермер. Вот страничка Елена Самофал. Если я правильно прочитала, извините, если вдруг неправильно прочитала ваше имя и фамилию, очень волнуюсь. Вот, и сейчас, собственно, напишу о вашем выигрыше. Все, всем спасибо за то, что участвовали в моем розыгрыше, за то, что подписывались на Верочкин канал, на мой канал. Я всех люблю, целую, до новых встреч, мои хорошие. И поздравляю, очень сильно поздравляю победительницу. В ближайшее же время, как вы только напишите свой адрес, я вышлю вам ваш приз. Поэтому люблю вас, целую. Всем пока-пока, да, мои хорошие. До новых встреч. И это не последний розыгрыш на моем канале. Будет еще розыгрыши, и, возможно, даже тоже это будут лампы, по весне это будут орхидеи, поэтому подписывайтесь, смотрите мои видео, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, собственно, как с розыгрышами, так и мои видео с советами по выращиванию орхидей. Все, пока-пока!